Добрый день, друзья! Добрый день! Игорь Жабский представляет. Я нахожусь в Москве, в Измайловском Кремле. Как и обещал, я делаю небольшое видео. Вот впереди это гостиница, гостиничный комплекс Измайлова, где я остановился. И вот мы сейчас прогуляемся немножко по Измайловскому Кремлю. Вот мы идем по переходам. Я буду ваш небольшой экскурсовод. Вот вы со мной проходите по Измайловскому Кремлю. Сегодня 1 июня, начало лета, прохладно. 30-го в Москве был ураган, но по счастливым обстоятельствам я его пропустил, потому что уезжал в Смоленск. Вот мы выходим из терема, и вот перед нами такая вот картина. Вот такие вот. Пойдем дальше. Тут у нас счастливые люди замки оставляют, дерево из замков. Сейчас мы пройдем по небольшому мосту через пруд. Там у нас вон золотые рыбки. Сделанные в виде фонтанчиков. Сейчас люди пройдут, а мы пойдем. Вот, пойдем. Заходим на мостик. Люди фотографируются, делают селфи. Красиво, конечно. Мы идем дальше. Вот я еще раз показываю золотых рыбок. Вот они. Это вот откуда я вышел. Вверх поднимаешь, темно. Тучи еще гоняют над Москвой. Как пелось в песне. Тучи над городом встали. В воздухе пахнет грозой. Так, мы сейчас зайдем в еще один терем. Откуда я снимал. Ой, чуть не упали. Вот так раньше жили люди в теремах. Так, сейчас мы подойдем, посмотрим, что из этого терема мы увидим. Такой двор. Так, идем дальше. Он нас встречает киска, местная киска. Вот такой вот терем, смотрите, какой богатый. Он какой богатый терем. Вот так вот люди жили, наши предки. Создавали красоту. Киска нас встречает. Киса, киса, как живется тебе здесь? Ну, видно, что упитанная. Киса, киса. Вот такой котик. Холодно, похолодало. То было под 30 температура с 27 по 30. И вдруг резко до 10-11 ночью плюс 3. Конечно, замерзнешь. Пока, киска, пока тебя увидят другие люди. Вот такая киска хорошая.
Вот корпуса гостиницы. Сегодня я улетаю уже. Пошли спускаться на землю. Мы спускаемся осторожненько. Тут ездит трактор, поливает. Вот он. Наводит чистоту, порядок. Правильно. Чистота — залог здоровья. Мы пойдем за ним, наверное. Вот так вот посмотрим. Ну а куда же без охраны? Это вот заход в Измайловский Кремль. Для нас он будет выход. Мы идем дальше. Вот смотрим. Сейчас посмотрим на эту сторону. Самое главное — не попасть под трактор, под опрыскиватель, под этот. Вот он. Мы прячемся. Вот он. Смотрим здесь. Видите, какая красота. И пошли дальше. Пошли дальше по Кремлю. Вот опять проход. Вон еще одна киска сидит. Не будем на ней останавливаться. Что, подкармливают? Хорошо, наверное, живут тут. Упитанные. Вот, деревянные срубы такие. Богатые. Так. Сейчас, наверное, еще поднимемся в один терем. Вот этот центральный с большим куполом. И посмотрим оттуда. Вот давайте заглянем сюда. А то к нам трактор едет. Мы от него спрячемся в боярских хоромах. Один ярус. Посмотрим, что мы видим с этого яруса. Вот такую картину мы видим с этого яруса. Видите, какие тучи. Китайцев очень много. Приехали 14 числа, 14 июня будет открытие чемпионата мира. По городу столько иностранцев ходит, прибывает и прибывает.
Так, поднимаемся выше. Вот, пойдемте со мной. Огромное спасибо всем моим друзьям, которые понемножку, но оказали мне материальную помощь для поездки на финал Дива России, где я занял 3-е место в номинации музеев. Вот отсюда картина. Нам представляется такая. Смотрим сюда. Так, ну-ка посмотрим, что у нас здесь. Еще выше поднимемся. Так, что мы здесь видим? А, мы выходим на другую сторону. Выходим на другую сторону. Мы выходим на сторону, где расположена моя гостиница. Ну, здесь посмотрим. Вот оно. Теперь пойдем на другую сторону. Тут у нас другая картина. Вот такой вот купол интересный. А куда же без китайцев? Китайцы везде.